телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. 6 тысяч. Видновский перинатальный центр поставил очередной рекорд. Это от нас и от Минздрава Московской области подарочки. В сквере «Юность» города Видное открылась новая экспозиция. В холодные зимние дни нам захотелось рассказать о людях, которые дарят нам тепло. Муниципальный центр культуры поселка совхоза имени Ленина представил программу, посвященную Международному дню танго. В Видновском перинатальном центре состоялась выписка 6-тысячного ребенка в этом году. На торжественном мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Дмитрия Книги. Уже много лет в Видновском перинатальном центре на свет появляется несколько тысяч новорожденных детей в год. Достигнуть этих показателей позволяют уникальные методики, технологичное оборудование, а самое главное – высококвалифицированный персонал. Я горжусь, что рядом со мной такой замечательный главный врач, такая уникальная команда специалистов, это правда. Потому что в этот перинатальный центр приезжают не только жительницы народа Московской области, но из близлежащего городов Московской области и других субъектов. Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева вместе с главным врачом Видновского перинатального центра Тамарой Белоусовой поздравили семью Никиты и Любови Шевченко с пополнением. Это от нас и от Минздрава Московской области подарочки. Мы желаем, чтобы вы были счастливы, здоровы. Чтобы у вас родился через некоторое время мальчик. Еще в вашей семье замечательная. У супругов родилась вторая дочь. Малышку назвали Николь в честь двух дедушек Николаев. Хорошие эмоции, приятные. Не зря же говорят, что папа, у которых вот у меня уже вторая дочка получается, это ювелиры. Стараемся, обогащаем красотой мир. Девочка стала 6-тысячным ребенком, родившимся в Видновском перинатальном центре в 2021 году. Мама новорожденной благодарна врачам за их профессионализм и помощь в процессе родов. Все хорошо прошло. Спасибо всем врачам. Они очень внимательны, добрые. Вот. Все, что нужно, вопросы на любой ответят, всегда помогут. Вот. Все было замечательно, все прошло. По завершении мероприятия счастливые родители сделали общее фото на память. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видновском сквере «Юность» открылась новая экспозиция. Она посвящена бойцам невидимого фронта, благодаря которым в наших домах комфортно есть холодная и горячая вода. Одну из первых выставку под названием «Тепло вашему дому» посмотрела Екатерина Борисова. Экспозиция «Тепло вашему дому» в сквере «Юность» – это 52 фотографии, рассказывающие о работе Видновского ПТО ГХ с момента основания и до наших дней. В холодные зимние дни нам захотелось рассказать о людях, которые дарят нам тепло. Хотелось рассказать и показать их работу, с одной стороны, незаметную, да, но с другой стороны, без этих людей мы с вами зимой замерзнем. Да. Благодаря им мы приходим домой, у нас уютно, комфортно и тепло. Видновское ПТО ГХ объединяет в себе фактически две организации – производственные службы теплосети и водоканала. Первая помогает нам не мерзнуть дома в холодное время года, вторая обеспечивает бесперебойную подачу воды. Мы всегда дарим тепло и уют, но, к сожалению, про нас вспоминают, когда происходят какие-то аварийные ситуации, раскопки. Вот. Наша основная задача, чтобы не было бесперебойной подачи ресурса в каждый дом, каждую квартиру, чтобы не было никогда к нам никаких замечаний. Никто никогда не замерзал, не жаловался. А начиналось все в далеком 1968 году. Тогда в связи с активным строительством в Видном появилась новая большая центральная котельная. Раньше отапливались от маленьких котельных. Угольные котельные были, ну, некоторые газовые, на 5, на 7, на 10 домов каждая котельная была. Потом из этих котельных мы сделали центральные тепловые пункты. И многие здания до сих пор работают, в которых просто новое оборудование. Виктор Николаевич Голосов работает на предприятии уже 45 лет. Был и мастером по ремонту и эксплуатации, и инженером производственного отдела, и начальником аварийной службы, главным инженером и даже директором. Работает и сейчас, уже будучи пенсионером. Люди, которые не любят работу, можно даже сказать, не любят людей,
и делать добро людям, они у нас не задерживаются. Только лишь тот, кто относится с уважением к людям, у нас работает, потому что мы дарим добро людям. Тепло в доме – это добро в душе. Именно в его директорство была проведена реконструкция тепловой станции, в результате которой ее мощность увеличилась со 150 до 240 гигакалорий в час. Также был реконструирован машинный зал, замены насосов, химводоподготовки, высоковольтное оборудование тоже было заменено с применением частотно-регулируемого привода, который обеспечивает более плавное регулирование и качественное регулирование отопления, ну и для системы горячего тоже водоснабжения. Новое оборудование можно увидеть на четвертом стенде экспозиции. Несмотря на автоматизацию управления, контролируют работу всех этих систем по-прежнему люди. Сейчас в организации посменно 24/7 трудятся 776 человек. Именно они – главные герои новой выставки, оценить которую организаторы предлагают до конца января 2022 года. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. Известно, что вирусные респираторные инфекции в первую очередь поражают лор-органы. Не исключение и COVID-19, после которого пациенты часто сталкиваются с неприятными последствиями. Как избежать возникновения ряда осложнений, рассказала врач-отоларинголог Видновской районной клинической больницы Кристина Таджикулова. COVID-19 коварен осложнениями, а пациенты с патологией верхних дыхательных путей находятся в группе риска. Некоторые пациенты, они им свойственны, вот эта сухость, заложенность носа именно на отопление. Вот. И все эти носовые кровотечения могут быть не только признаками коронавирусной инфекции, но и признаками сухости полости носа. Заведующая отоларингологическим отделением ВРКБ Кристина Таджикулова рассказала, что в последнее время участились случаи различных видов пансинуситов, при которых воспалительный процесс затрагивает сразу все пазухи с обеих сторон. Протекают они значительно тяжелее, чем изолированное поражение одного отдела, и могут привести к развитию тяжелых осложнений. С сентября месяца, в принципе, у пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдаются такие осложнения не только как вирусная пневмония. Да? Без пневмонии пациенты очень часто попадают с двухсторонними гнойными отитами, с жалобами на боли в ушах, заложенность в ушах. Очень часто у пациентов, которым назначили на амбулаторном этапе лечения кроворазжижающие препараты, пациенты приезжают с носовыми кровотечениями. Врачи ВРКБ предупреждают, что не во всех случаях терапия в домашних условиях будет эффективна. Некоторых пациентов вылечить удается только в условиях стационара. Пациенты очень долго лечатся самопроизвольно дома антибиотиками, не обращаются к ОР-врачам и считают, что заложенность носа, зеленые сопли из носа, это все пройдет. Но я призываю таких пациентов все-таки обращаться к ОР-врачам, потому что в наших поликлиниках к ОР-врачам доступность есть. С целью профилактики коронавирусной инфекции и ее серьезных осложнений специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет, соблюдать правила личной гигиены, а также масочный режим и социальную дистанцию. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, Видное ТВ. Муниципальный центр культуры поселка совхоза имени Ленина представил программу, посвященную Международному дню танго. Ввиду того, что местный ДК закрыт на ремонт, мероприятие прошло в библиотеке. Послушать интересные истории о зажигательном танце и мелодии популярных композиторов пришли участники клуба «Золотая осень» и жители поселка. Танго – танец, который знаменит неимоверной энергией и четким ритмом. И чтобы донести его энергетику до зрителя, сотрудники муниципального центра культуры использовали большую палитру выразительных средств. Здесь были и песни, и демонстрация видеороликов, и живая музыка, и рассказ об истории танца. На границе Уругвая и Аргентины, в бедных кварталах Буэнос-Айреса, куда съезжались эмигранты в поисках счастья. Счастья на всех не хватало, и его заменил танец. Особое место в концерте заняло исполнение известных произведений аргентинских, бразильских и советских композиторов. Мероприятие, на котором не умолкала страстная музыка, продлилось 1,5 часа и вполне естественно никого не оставило равнодушным. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.